Ну что, я отправляюсь в очередной раз на наше собственное производство, уже второе, которое находится здесь, в России. Буквально немного времени, и я переношусь из Москвы в Подмосковье, где сейчас, прямо сегодня, мы запускаем нашу линию. Снег начал сходить, вот наши туи, которые сажали наши лидеры. Сейчас придется испортить прическу, одеть шапочку, никуда деваться требует. Завод, чтобы все было чисто и стерильно. Все как в аптеке. Все, технолог контролирует, дает указания, что прибавить, что убавить. Я не особо понимаю, что происходит, но это как космический корабль, да? Для взрослых. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. У нас карамель в иллюминаторе. Сегодня прям эксклюзивные кадры. Именно так добавляют травы. Много ручной силы. Поэтому наши дрожжи сделаны руками и с любовью. 7 лет завод в Молдавии, но я вот так еще ни разу продукт не пробовал. То вот так вот прям взять с конвейера. Класс. Теплый, горячий GTS. Если честно, этот завод, конечно, успел потрепать все нервы, да и не только мне. Потому что запустить собственное производство в наше время оказалось не такой уж простой задачей, но мы как всегда справились. Запуск газа, все коммуникации, чтобы были подведены и получить на это разрешение. Да, собственно, растаможить в наше непростое время это оборудование тоже оказалось не так уж и просто. А найти сотрудников, обучить их, привезти официально сюда все ингредиенты, чтобы они были идентичными молдавским. Но самое главное, мы видели цель. Ведь каждый наш партнер будет вовремя получать продукт. А имея продукт в наличии, это всегда живые деньги и невероятные возможности. Вот они, аккумулированные дрожжи. Вот так это происходит. Конвейер. Вот она. Еще горячая. Потрогайте. Хотите фокус? У меня две коробочки продукта. С разным штрих-кодом, с разным языком, так как они произведены на двух наших заводах. Один в Молдове, другой в России. Весь процесс одинаковый. Технология одна и та же. И наши сотрудники специально летали в Молдову, чтобы перенять их опыт успешный и многолетний. Наталья, вы ездили на производство в Молдову. Скажите, чем отличается производство здесь, в России, от молдавского? По технологическому процессу, по оборудованию абсолютно ничем не отличается. Такой же люди стараются, делают, соблюдаем полностью весь технологический процесс, как положено. И я думаю, что у нас уже неплохие результаты. Да, конечно, потому что мы используем одни и те же ингредиенты, один и тот же состав. Конечно, разницы быть не может. И одну и ту же технологическую рецептуру. Да, это очень важно. Здесь, в России, мы наладили производственный процесс таким образом, чтобы вы, привыкшие к качеству, получали точно такой же продукт. Ну и, наверное, самый важный вопрос, который волнует всех наших партнеров. Есть ли технология Акумулит Эссей в наших дрожжах, произведенных в России? Да, мы специально привезли аккумулированные травы из Молдовы и добавляем их точно так же в карамельную массу. Но в будущем мы будем аккумулировать наши растительные сборы уже непосредственно здесь. Форму дрожжей мы выбрали не случайно. Это невероятно вкусно, но самое главное, что все питательные вещества попадают в кровь моментально, потому что вы ее рассасываете, а от этого получаете практически моментальные результаты. Быстро, вкусно, сильно, эффективно, в общем, я могу продолжать бесконечно. Я поздравляю каждого партнера с нашей еще одной невероятные победы с запуском своего производства уже в России.